И всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Music, и сегодня мы с вами послушаем «Просто Лера, бывшая». Трек, который, на мое, ну, личное удивление, занял пятое место в телеграм-канале. Ссылочка на телеграм-канал в описании, да, у нас там опросы, и вот пятое место. Это довольно, ну, серьезно, учитывая, какие были имена, и «Просто Лера» — это как бы не самое популярное имя, я считаю, да. Очень интересная блога, вот как будто... Ну, как будто трип девушка словила, но есть такое. Ну, короче, неважно. В общем, сабайтесь также на Twitch, потому что мы часто стримим, и стримим прямо сейчас тоже, и мы вместе с ребятами будем слушать этот трек. У нас, если что, на продакшене, как мы выяснили до записи, чел, который пройдил незабудку. Ебучая незабудка. Так меня заебало. Ну, как бы незабудка — это легенда. Вообще, даже не спорьте. Ну, типа, как, она вам могла заебать, ну, могла не заебать, но... Это легенда. 100%. Очень интересно, что это такое. И... я думаю, клип есть. Опять про наркоту. Ну, а что? Что делать? Надо же про родное поговорить. В общем, очень интересно, что это такое. И как бы у «Просто Леры» я слышал только трек «Взрослые», по факту, да? Который, ну, мне понравился, который у меня добавлен. И больше я особо ничего у нее и не слушал. Поэтому сейчас послушаем трек «Бывшая». Очень интересно послушать, что же это все-таки такое. Я думаю, можно начинать. Телеграм, Твич, ссылочка в описании. Let's go. Я никогда не сбуду твою бывшую, ведь лезет она и не поймешь, что лишняя. Я никогда не сбуду те твои слова, ведь мне говорил то же самое, что и тогда. Я никогда не сбуду твою бывшую, ведь лезет она. Даже неплохо. Окей, слушаем дальше. Мы не будем никогда с тобой прежними. Ведь на утро мои сны стали вещами. Я одна, ты бежишь к ней с ромашками. В понедельник я прощу вам все спять. Я пытаюсь тебя хоть как понять или ее забыть. Все, что так тревожит ночью, стараюсь все отпустить. Как вам? Тут еще правый куплет целый, но пока что вот так. Вроде ноль, но вроде хз. Ну, припев тиктоковский явно. Это да. Бридж вот такой, да? Окей, я тебя понял. Быть готова с кем-нибудь новым встретиться утром, когда обанкротятся все наши планы и прогорят наши чувства. Вот это мне больше нравится. Камеру и покажу, что мне больше. Вот это круто уже прям. Вайб 90-х какой-то. Ну, нет такого у меня. Я не добавлю, думаю, этот трек, но выполнен он, я думаю, в рамках своего стиля достаточно неплохо. Правильно он для курса подметил, тиктоковский припев. Это факт. Проигрыши вот эти, ну ладно, пускай есть и хер с ними, как бы. Вроде не мешают. Куплет первый, и, ну вот, не знаю, обычно. Бридж, второй куплет. Вот это было уже поинтересней. Вот это мне зашло. Вот это мне понравилось.
Это мне понравилось, да. Но в целом трещок какой-то довольно обычный, тиктоковский, и не знаю, как-то не очень располагает мне, честно. Как-то не очень мне располагает. В общем, хз. Но выполнен в рамках стиля в целом достаточно неплохо. И трек действительно неплохой, но мне как будто немножечко не нравится, как она исполняет. Но как-то вот так. Вот прям очень жертвенно. Это как бы вайб дает свой. И это треку нужно, чтобы она вот такую жертву строила. Но мне не нравится. Вот так как-то, да? Ну, я не знаю. Мне просто не нравится вот само исполнение, хотя по факту, но сделано действительно круто. В общем, хороший трек, но не для меня. Мне вот, не то, что такие треки не слушаю, конкретно этот трек мне не зашел. Но хотя я понимаю, что здесь, ну, типа, доебаться особо да и нечего. Просто не зашло, реально. Ну, припев тиктоковский, да, вот бридж и второй куплет, прикольные темки. Второй куплет особенно. Первый куплет как-то хз. Проигрыши как будто длинные. Трек сам по себе длинный. 2.48, я бы сказал, что они ощущаются все-таки. Не больше, не меньше, да. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. Не знаю, что еще добавить. В общем, трек неплохой. Действительно неплохой. И надеюсь, что он взлетит в ТикТоке и все как бы получится, да. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Зашел он вам или нет. Добавили ли вы в плейлист себе или нет. Будет интересно почитать. Не забывайте про Телеграм, потому что там тоже можно поделиться всякой разной информацией. Ну и Twitch. Потому что тут как бы мы стримим часто, общаемся с аудиторией, в общем, слушаем вместе песенки. Так что обязательно сабайтесь. Ну а с вами был я, Афан. Вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.